Зарыбление водоемов – процедура ежегодная в Петропавловском рыбопитомнике. Как правило, проводят ее весной и осенью. Сегодня здесь готовят к отправке сигалеток карпа. Их растили 3 месяца. На днях поместили в бассейн. Перед отправкой большое плавание молодняк взвешивают. 16,3. Перед тем, как вывести сигалетку на водоем, мы проводим контрольное взвешивание, подсчет рыбы в ведре. И далее этим эталоном будем погружать рыбу в нашу машину. В Петропавловском рыбопитомнике в рамках государственного заказа в естественную среду обитания выпустят более 1 000 000 сигалеток карпа. Из них 450 тысяч штук сегодня отправляют в Петропавловское водохранилище. Еще 560 тысяч на днях выпустят в Сергеевское. Комиссии, созданные территориальным подразделением ведомства, контролируется качество и количество выпускаемого рыбопосадочного материала. Это производится на стадии еще того, как подращивание производится в прудах рыбопитомника. И на сегодняшний момент комиссия, члены комиссии – это научная организация, местные исполнительные органы, общественные объединения. Всего на зарыбление водоемов области из республиканского бюджета выделили 70 миллионов тенге. Камила Карим, Александр Янсен, МТРК.